Я сейчас оседлаю его. Йод, Данил, зачем ты это сделал? Он меня перейдет! Данил! Я пошутил! Заберите, почему? Он херачит! Данил, что ты делал? Он за мной бежит, он за мной бежит! Я не иду! Привет, Квантум с вами. Сегодня нас ждет новое выживание. Задача построить базу, автоматизировать ее, не дать ее разрушить агрессивным покемонам, они же палы, и приручить всех покемонов или же палов. Эта игра новая для нашего канала, поэтому если ты захочешь продолжение, напиши в комментариях о том, понравилась ли тебе игра и стоит ли снимать продолжение. Ну а мы начинаем. Недавно наткнулся на крутую игру, в которую можно играть с компьютера и телефона. Это Hustle Online. Бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица. Как и говорил ранее, в нее можно играть с компьютера и телефона, с живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты сможешь влиять на жизни людей, стать депутатом или мэром, принимать важные решения. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда становись на криминальный путь. Мути грязные делишки. Для этого в Hustle Online есть все необходимое. Кстати, у меня для вас есть промокод Quantum. Активируй его на 15-м сервере и получай крутые бонусы при старте. Скачивай Hustle Online по ссылке прямо сейчас, вводи промокод из описания и будь самым крутым на районе. Все нормально. А что я в руке держу, прошу прощения, воздух? Я такой выбираю озвучку, он такой сразу хуй. Как всегда. Я разбился на лодке на необитаемом острове. Ну как необитаемом? Страшно. Я здесь уже обитаю минимум. Ты охренел? Я же верстак строю. Мне тут написано убить стрелка надо. Ты не в ту игру зашел. Да блин, Миш, зайди в другую игру. Мы покемонов ловить должны, а не меченых. Покемонов? Да, залетай. Покемон, только свистни, он по яйцам. Это вот это, да? Ох ты, блин. О, Данил, тут с нет-кодом явные проблемы. Саня, ты че? Тут Саня ходит, смотри, чики-пики. Вот они, чики-пики, смотри, Данил, сразу два. Че Халдор забыл здесь? Че нужно для кирки? Дерево, дай дерево, Миша. А где Акер? Че он там ржет? Спасибо. Это руки ужас. Нормально, говорю, делай. О, он у тебя говорит хуй. Да. А я не слышу, что он у тебя говорит. Хай, хай. Нормальный персонаж. Вот так мы добываем дерево у нас. Я просто с кулака со всей силы бью по стволу дерева. У меня... Чами херачу. У меня руки из адамантии. У меня дрессина не хватает. Ты что, подбираешь все, что я выкидываю, блин, забываю, то есть. У меня топор есть. Что ты чувствуешь ногами? Он доходя... Что с тобой? Он, вот я анорексией заболел. Где, блядь, фермы? Да он болеет, посмотри, он... У него болезнь какая-то, Миша, не подходи к нему. Блядь, от моего дерева заеб... Ты че, не наличник? Я сейчас костями буду. Посмотри на эту фигню, Миша, он как голым нафиг. Сегодня, 22 января, я проведу стрим на своем Twitch-канале. Стрим пройдет в 17:00 по московскому времени. Ссылку на свой Twitch я оставлю в описании. До встречи на стриме. Хочу покемона поймать. Я ловлю покемона, Миша, я ловлю его! Не того покемона, ты... Фу, он на меня агрится! Сука! Пойдем, пойдем, поймаем покемона. А ты взял покебол? Халдорчика поймаем. Давай, какого... тут специфический метод поимки сашков, их нужно побить сначала. Лови! Кто? Перебор, по-моему. Или нет? Блять, я выкинул. Вон, Саня убегает, са... Я проебал, Данил. Саня быкует на кота, ты посмотри, что делает. Ё-моё. Они дерутся? Да. О, повержен. У тебя проблемы? Там два на одного. Понял. Так что чики-пики вообще там затащил. Ты живой там еще? Пока еще, да, дайте мне похавать. Я с голоду умру. На, блин, ты можешь хоть потолстеть немножко, иди сюда. Как ты умираешь с голоду, у меня еще голод. Съешь. Да ты видел его нафиг, Миш? Посмотри на него страшно смотреть. Так, открыть. А что такое контейнер для павлов? Ой, палов. Сооружение для содержания... Это центральная наша штучка, можно сказать. Ну, я тогда ее исследовал. Я кошака поймал, Миша! Я поймал чики-пики. У меня кошак сбежал! Говоришь, поймал. Так я поймал его, у меня вывалился со сферы. У меня котик застрял в воде. А тебя бить в воде не могу, какую-то хитрожопу, а, киска? Ты чё, киска, офигела? Давай, Данил, нам нужен этот твой контейнер. Я поймал, Миха, кошака. Как забрать сферу? Все, я кошака домой несу, прикинь.
У нас кошак теперь есть. Миш, тут футбол можно с очками играть, слышишь? Лови пас. Смотри, Миш, кого я принес. Ага. Он помогать пошел, лаки расстроить. О, молодец. Сбор он собирать сюда пошел? Он доски тащит, ты ж моя кисонька. Ты ж мой хорошенький розовый котик. Я тебя покормлю. Что ты хочешь сегодня покушать? Какой классный, ушастный, классный кот. Миша, смотри, он скалу выносит, кот. Фига, кошак дикий вообще. Я хочу его похвалить. Чем тебе похвалить можно? Овца не выдержала конкуренцию. Овца камень потащила, смотри. А, все, устала. Кот вообще, я пойду еще кошаков ловить. Как животных ловить? Сначала ударить их несколько раз. А потом нацеливаешься на ку и смотришь. Не наш! Наш его не трогай, да, блядь! Ты че, он моего кошака бил? Он ламбала бил, блядь. Его на Мишу жопу сгорит. Миша, 14:59. Акера, ты главное не бей наших, смотри, они вот тут бегают. Акера, 16:00. Как я его не могу поймать? Выбросил пакет. Кошак нафиг вынес булыжник, он уже сидит просто в камнях. Он с ноги бьет. Я пойду еще кошаков ловить. Кошаки это топ. Ой, Миша, я овцу унес. Смотри, что делаю. Я их катать могу. Она порадовалась. Все, я пошел добывать осколки и собирать покемонов новых. А киска ходит моя за мной. Прикиньте, она не работает дома, за мной пошла. Я нашел какую-то Daydream. Что нафиг? Какая-то летающая глиста. Новый покемон. Миша, блин, дизайн твоего дома меня не радует. Особенно меня не радует костер. В деревянном доме по центру. Я пойду это анаконду поймаю, пацаны, принесу домой. Анаконду? Я надеюсь, что меня не побьет, потому что глист 4 уровня. Летающая курочка! 11 уровень. Это тебе не по зубам, мне кажется. У меня слуг есть, я пойду ее чпокну. Поливает, оказывается, просто из воздуха лейку берет и все. Ой-ой-ой, ты что делаешь? А он лох не попадает. Мне, правда, стрел не хватит. Он кошака моего бьет. А? О! Нет, я... Пацаны, поднимите по-братски. 95 секунд, поднимите, пожалуйста. 11 уровень пошел, он в жопу. Мы больше таких не трогаем. Убежал, реально. Вот он, я внизу. Мне чуть кошака моего не убили нафиг, и меня тоже. Синий. Ой, там что-то... Смотри, там какой-то горшок с ногами. У него пятый глиномес. А, гумос. Третий глиномес. А, у меня нет покебола. У меня есть. Есть? Фон, он витает меня чем-то. Да и зачем его убил? А что надо было? Его поймать же нужно. А, да? Бля. Ну ладно, пойдем, знаешь, лови. Подай пингвин, нет, пингвин 4 уровня. Смотри, какие красивые. Они 11 уровня, я бы такое пробовал. Это не прокатывает, Акера, они бьют по лицу. Не трогай их. Капец, красиво. Смотри, там мамонт 38 уровня. Нам такой домой нужен. Мамонт 38, вы куда убежали? Мы вниз спустились. А что там светящийся? Миша, он как наш дом, он как полтора наших домов просто. Да, он огромный, блядь. Выгреб из людей, пойдем базу строить, нам нужно развиваться, но Миша занимается. В любой игре начинает сразу одежду делать. Эта одежда нужна мне, отойди, Акера. Это мне, это моя одежда. У меня перевес, я даже двигаться не могу. Все, лук здесь сделай меня так. О, правильно. Ты забрал, что ли? Да. Я не успел забрать твою штуку. Я сейчас седлаю его. Ёб, да не, зачем ты это сделал? Вот он грозный. Нет, туда не пойдешь. Он меня перейдет. Данил. Я пошутил. Заберите покемон. Он херачит. Данил, что ты сделал? Еб. Он что взорвал? Подними меня, Акера! Зайди он в дом! Взорвал? Он за мной бежит! Он за мной бежит! Я не иду! Я в дом. Он всех наших... Я за кого? Подними меня, Акера! Теперь с этим идет тебе эта одежда. Как нам выгнать мамонта долбанного переспод дома? Он наш дом прячет! Он убил! Поражение! Поражение, блядь! Вы потеряли все предметы снаряжения. Да я не хотел его трогать, но все какой хороший. У него глаза серьезные. Как его убрать теперь отсюда? Жесть, страшно. Не трогай его, Данил, пиздец, посмотри. Он как рогатый черт, смотри, смотри, он бухнулся спать. На бок такой. Я все, трех кошаков поймал. Кошак, стой, блядь. Он 43%, он не поймается. Все, теперь поймается. Или поймался. О, поймался, все. Тут кошаки вообще всех овечек разнесли уже на территории, на районе.
Трындец. На, мамонт, хавай. Ой, я пойду эту горшок, который добуду. Вот еще такое за говнюк. Глиномес, густмас. Сколько? 71. На, запрыгивай, родной. 83% и... Все, я густмаса еще принесу нам. Не знаю, кто это, зачем он нам нужен, но он есть. Пацаны, я быстрое перемещение открыл, мы теперь можем... Я по-другому выгляжу. О, я могу домой тпхнуться. Где я? А, о, Клайв. Ты заморался? Вы пастбище сделали? Давай строить. Тут ламболы будут жить или кто? Ну и ламболы, и курицы тут могут пастись. У меня кошак тоже помогает нам. Подожди, давай сделаем так. Так, все, теперь всех по одному. И подожди, и курицу одну заменим об барашком. А где этот? О! Миха, смотри, чела просто он поливает. Говномес который. Он сеет, смотри. А, о, они сами пастись идут. У него рассудок есть. Зачем ему рассудок? Он с ума сойти еще может. Стой, Миша. Ты поймал? Получится или не получится, посмотрим. 78, 89, 90, не, не получится. Получилось. Получилось. Поймал лису. Ай. Миха, я кого-то кабана нашел, который меня агрессирует. О, кабан красивый, мне нравится. А ты где? Ты где вообще, Данил? Они быки. Далеко где-то. 50%, значит, поймается. Бля, я не залезу, походу. О, я кабана поймал. Миша. Ты не залез. Ты можешь обижать. Я сейчас утону, на. Что это за фигня? Какая жесть. Я деревню нашел какую-то, Миха. А, вот обелиск. Я обелиск нашел в деревне, и от него сейчас небольшое поселение. Домой вернусь. Нам бы... Можем вынести их. Тоже туда сходить, по идее. Ну вот, можем переместиться. Офигеть, у нас тут помогаторы работают. Миша, рассудок у помогаторов падает. Как им рассудок восстановить? Браконьер обелился. Красава. Как рассудок нашим типам восстановить? Я с него патроны получил. Рассудок как восстановить? А наемники меня не трогают. Ты, блин, рассудок, как восстановить? Да я-то откуда знаю, первый раз слышу вообще про это. Как отправить Палов на работу в лесопилку? Фиговая лесопилка какая-то. Посмотри на его лицо, Миша. Мой рассудок 66, ему надо что-то это. Посмотри, он такой вообще, без эмоций. Опять эта работа задал. Рассудок это восполнило? Меньше стал. Посмотри, какой мой кошак активно работает. Ты на своего посмотри. Нормально тут автоматизация производства с помощью палов. У меня есть зеленый покебол, я хочу его заюзать. Откуда у тебя зеленый? Нашел где-то, он ловит крутых вообще. Пойду кого-нибудь крутого поищу. Вот это прикол, а ты че умеешь? 14 уровень, Миш, иди закабаним 14 уровень и поймаем его. Погоди, я сейчас приду. Не торопись. Бать, Данил. Нормально, видишь, ему сносим хп. Там лиса вообще фигачит по нему, нормально, тоже дай боже. Закончились патроны. С маленьким сном. Опа, сосон под писон, делай, я умею с тобой бороться. Не умею. Я что, не попал в него? Помогите, Данил, убей его, Данил. Миша! Я просрал зеленый шар. Сейчас убью его. Не попал? Да. Все, есть. Ты убил его. А нафиг? Что, его нельзя было поймать? Я, короче, зеленый шар бросил, он его не засосал. И там коэффициент был слишком низкий. Что за фигня в меня? Что это такое? Кто это пингвина привел? Пингвин. Вы что, офигели? Стой. Все. Да, блядь, нахуй убил. Ого, тут браконьеров. Ломаем лица, Миша. Все, одного положил. Освободили. Там с пистолетом браконьер, Миша. Миша, там браконьер с пистолетом. Миша лицо сломают. Где? Ты где? Я пришел помогать где? Тебе, а потом сейчас сдохну. Я на заставе браконьеров. Я освободил. Так тебя. Я тоже? Я думал, ты уже здесь. Так я на заставе браконьеров. Ты у меня по карте где ты, Данил? Как ты так шел? Все, этот браконьер, я думал, ты здесь. Пришел тебе помогать. На кабаны напали. Ядрите, на тебя 100 километров не дошел вообще. Бродячий торговец. Это хорошо или плохо? Ядрить у них автоматы! Не-не-не-не-не, пацаны! Не бойся, они какие-то тупые. Они попадали в меня. Хотя тут были 5 уровня, если там у тебя какие-то крупнее. 20-го, Миша! Они за мной бегут! Где оттуда, ты чё? Спаркит. А почему ты до сих пор это там? Это Пикачу, я бегу к тебе, Миша. Я Пикачу нашел какого-то. Стражник, да вы гоните, пацаны, я не хотел вообще. Утконос какой-то. Я этих покемонов догоню, подожди, долбанных. Ой, мама. Мама. Да не того ты поймал, придурок! Это реально Пикачу! Фу, грязимес, я не хотел тебя ловить вообще! Не того ты покемона поймал, Данил. Ебать, Данил, с кем ты дерешься? Да тут на флора и фауна агрессирует. Чё, мне шандарахнуть по нему? Не-не. Поймаешь его? Да. Откуда у меня дума? Все, попался. Бегу к тебе, Миша. Опа, у тебя там сзади бегут, оказывается, Даня, блядь. Миша, они, прикинь, бегут до сих пор за мной. Смотри, Мишка, вот кто у меня есть. Чекай, Мих. Смотри, оба.
У меня Пикачу да, есть. Ну, блин, ну, это рот. Кто? А это Райчу даже больше похож. Я, блин, лишний удар наношу и лись я. Что это? Башня отряда браконьеров Рейн. Бросить вызов. Это вот про это Миша говорил. Надо. Ну да. Найтвинг. Я хочу Найтвинг поймать. Я смогу на нем летать, интересно? Сейчас буду выгребать взлет Найтвинга, походу. Акер, ты рядом? Херачим, 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 херачим. Ого! Давай, 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 давай. Акера, ну, только не убивай его. Браконьеров. Я ему башню, кстати, активировали перемещение. Подожди, Акер, не бей его. Опа, давай, давай, лови, 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 лови. Откидывай. Я почему-то зеленый просрал покебол опять. Почему? Какого? Поймаешь, кажется. Поймал! Поймал, прикинь! Ну-ка, кинь. Он через дом его активировать нужно. Погнали домой. Или еще погуляем. Давай еще нам поймаем. Хочешь, я оленя поймаю, Макера? Он может сможет добывать на Макера деревесину. Давай щимим оленя, слышишь, Акера? Давай, 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 давай. Щеми его. Даня, лови ты, у меня нету обелиска. Я не поймаю, 27%, слишком низкий шанс. А поймал! Поймал? Да. Нам надо теперь же этот сделать, верстак. Домой нам нужно и спать. Да. Этот Пикачу, который электричеством стреляет, он офигенный просто. Да, погнали домой. Солнышко взошло, новый день на дворе, я иду ломать. А, смотри, значит, я притащил их. Значит, Найтвинг, что он может? Он только сбор второго уровня может делать и все. И что может олень? Миха, ты был прав, олень может деревья фигачить. Все, да. Смотри, я оленя поставил. Он деревья пошел выносить. Фига он их добывает, смотри. Смотри, какая у него скорость добычи. Че за кит нафиг? Где вода его? Вы кого вот притащили? Я его спас от этого самого, от браконьеров. Он без воды не умрет? Ну, видимо, нет. Фига он поливает. Фига тут ткани, иди глянь, вы что гоните? Тут триллиард ткани, офты надавали. Да и Dream это наш? Это не наш. В смысле не наш? Вроде все наше. А, нет, это не наш. Какой? Хватай. Это не наш. А ну тут не одна, а летающий кто красивый. Не убивай его полностью. Да. О, понеслась. Фига, сейчас сдохну тут. Стой, стой! Да ёбан. Олень его вмазал просто. Он перевернулся. Фига кит камень фигачит. Посмотри, что он делает, он бомб бьется. И рот открывает, какой он тут не очень умный. Интересно, олень работает, танцы танцует. У меня шкабан есть, пацаны, вроде бы, да? Шкабан. Ой, блин, что нужно для шкабана? Камень? Сейчас сделаем. Я на кабане могу ездить, пацаны, можно ему седло сделать. А летать на этом не можешь? Видимо, ему тоже седло потом можно будет сделать. Птица мне в окно заглядывает, выходи. О! Что-то как-то он медленно ездит. Ой, я могу смотреть, что делать, Миш. Атаковать. Ты ускорился. Е-ман. Браконьеры. На нас нападают на дом? Да. Сейчас мой Найтвинг всех нагнет. Найтвинг, работай. Че, бегут? Че, тупые, что ли? Найтвинг, это враги. Фига, их говном закидали сразу. Че, блин, в кого ты... Нихера я нанес урон. Ебан, тут ад произошел. Да ну нафиг, я ливаю. Они убегают? А если так? Еман. Лама какая-то агрессивная. Да, я хотел попробовать поймать его. Не, пацаны, я сейчас это, позову брата своего, он вам жопу раздерет, ведь аккуратно. Да что? Я ламам говорю. Хера, чуть меня не попало. Ты у меня здесь? Да, погоди, ее поймать уже можно, походу. Да я пытаюсь поймать ее. Не, не поймает. 56, 74. Куда побежал, попался. Блядь. Все, Найтвинг, сюда иди. Ба! Емон полетел, покемон, быстрее меня. Небольшое поселение. О, там яйцо. Небольшое поселение. О. Синенькое. Здесь есть магазин, пацаны? Блять, а у нас денег-то нету. В смысле, у нас наоборот их много. Не знаю. О, торговец. Можно палов продавать, пацаны. О, нифига. Что-то неинтересно. Я поторговал палами на самом деле. Интересно, продавать палов за сколько можно? Вот у меня Найтвинг. За сколько ты Найтвинга купишь? За 945 купят на Найтвинга, вы что, погоните? Нет. Можно продавать палов, это где? Да. Алло, но они еще дешево, по дешманке продаются. Мне кажется, Миш, мы по этому мосту сейчас придем к каким-то бандюкам. Освободим какой-то волк какой-то нафиг. Что за да, какая-то лиса. А как освобождать ее? Нужно вытащить из клетки? Данил, по тебе шмаляют, ты в курсе? А теперь просто поймать нужно и все, Миш? Или она уже типа твоя? Она твоя, да, уже. Фига они сдохли с зубами такими страшными, утробными. У них какие-то, смотри, чебурашки зеленые бегают здесь, Миш. Какие? Вот, разбегаются от меня. Это было выживание с палами или же покемонами. Как тебе видео? Как тебе игра? Пиши в комментариях. Не забудь про подписки на канал. Квантум был с вами. До скорых встреч.